вот, слышишь, знаешь. Капельки из каждой баночки добавим уже в готовую зубную пасту, но ни в коем случае не в сухой порошок и не еще не в гель. Давайте тогда. Что со временем позволило прийти к автоматическим производственным. Так, совсем скоро мы начнем. Вместе с газетой, метро и фондом «Навстречу перемены». Нормально. У нас побеждают, кстати, не только первые утята. Учат, и после 6 вечера вы сможете их забрать. Прямо такая на финише толпа, прямо идут плюс-плюс, голова к голове. Прищите,